Всем привет! Большинство новичков рейда ломают голову извечным вопросом. Как получить чемпионов в игре, ведь они добываются нелегким трудом, а рандом игры не дает получить желаемых чемпионов. В этом ролике покажу, как быстро получить эпического героя в рейд на старте, а также ресурсы на прокачку и много бонусов для игры в рейд бесплатно. Ну и посмотрим на все способы получить чемпионов новым и старым аккаунтом. Начнем. И начнем мы с новых аккаунтов. По сути, если вы будете начинать игру не по секретному способу, то на старте игры вам дают всего лишь редкого героя на выбор из 4 стандартных. Также боевую жрицу после прохождения первой главы и немного серебра. Этого просто мало. Хотелось бы получить больше бонусов, правда? Я предлагаю создать аккаунт с эпическими и легендарными чемпионами вот просто со старта, даже почти не играя толком. Да и вообще, в игре рейд бонусы бывают разные. Итак, у меня есть 2 стартовых эпических чемпиона на выбор. Откройте описание. Там есть 2 ссылки, которые дают чемпионов после создания аккаунта. Первая ссылка дает на аккаунт эпического героя Громобой. Также 100 000 серебра, чтобы прокачаться. Большая польза в том, что Громобой — это уникальный чемпион, который может исполнять и роль защиты, и роль поддержки. Он идеально подходит для всех активностей в игре. Способности накладывают баф защиты и воскрешение на 2 хода. Его универсальность проверена временем, и он подойдет в любую группу чемпионов. Для новичков это хороший выбор, вплоть до высокоуровневой игры он будет полезен. Вторая ссылка, по которой вы получите чемпиона атаки Йотун и 100 000 серебра на прокачку и улучшение способностей. Йотун — чемпион атаки, который подходит только для прохождения кампании и на некоторых боссах. Получить его можно только из темных осколков призыва. Урон чемпиона зависит от размера здоровья. Правильно экипируйте его, и он будет отличным дамагером в группе. А его выжигание здоровья, которое он накладывает способностями, будет отличным бустером урона. Но я все покажу на примере с Громобоем. Вкратце. Заходите по любой понравившейся ссылке, заполняете форму регистрации и качаете игру. И после прохождения обучения эпик будет на вашем аккаунте. Это первый шаг, если вы, например, захотели создать аккаунт и получить по максимуму бонусы. Также сейчас у вас есть уникальная возможность получить эпического чемпиона Шаманка. Этот чемпион поддержки просто необходим каждому. Акция работает для новых аккаунтов и для старых, кто еще не успел зайти в игру 7 дней подряд. Теперь вы знаете, как получить эпического чемпиона в рейд бесплатно. Но еще за ежедневный вход можно получить эпиков бесплатно. Каких? Сейчас покажу. Открываем левое всплывающее меню. Раздел «Награды за посещение». За первые 30 дней активного входа вы гарантированно получаете эпика Хатун. Хатун — это один из лучших чемпионов поддержки. Она накладывает штрафы скорости противникам и ускоряет союзников бафами. В комбинации с любым набором чемпионов она будет полезна. Вне зависимости от активности ее берут в группу. За 60 дней активного входа вы получите эпического чемпиона Яго. Этот чемпион специализируется на ядах. Можно сказать, что это аналог Каэля, которого дают на старте, если вы его выбрали. Но и в комбинации с Каэлем будет неплохим дополнением. И главная фишка в том, что он наносит повышенный урон целям с ядами. И за 90 дней вы получите чемпиона атаки Темную Этель. Это вариация обычной Этель, только с улучшенными способностями. Основной атакой она ослабляет защиту врагов, также дает штраф скорости, что будет полезно на боссах и в PvP, а также ускоряет союзников. Можно сказать, что отчасти выполняет роль поддержки. Заходить каждый день — это просто. Нужно входить в систему каждые 24 часа. А еще, учитывая то, что игра есть и на мобильном телефоне, прогресс можно перенести. Так что устанавливайте игру на телефон. Вот, например, вы только что скачали игру. Открываем и логинимся в Plarium ID, используя данные, которые вы вводили при регистрации. Это можно сделать, чтобы не пропустить ни один день входа. А теперь я покажу все действующие промокоды Raid Shadow Legends на чемпионов. Если хочется получить больше и вы до сих пор задаетесь вопросом, как получить эпического героя в рейд, то давайте сделаем последний шаг. Ввести можно только один код. Это коды для новых аккаунтов, которым нет 24 часов с момента регистрации. Первый промокод Lucky Raid дает эпического героя Чинору, 300 000 серебра и 1 корм для прокачки. Чинору — лучший стартовый чемпион атаки, но она зависит от прокачки. Если ее правильно экипировать, заточить снаряжение, то она будет еще более эффективной и избавится от главного недостатка – слабой выживаемости. Еще у меня есть 2 кода, которые дают редких чемпионов. Они могут быть чем-то хуже, чем эпики, но и чем-то лучше в некоторых режимах. Итак, промокод GSS PC Raid 22.
дают героя игумения, также 300 тысяч серебра и 3 корма для прокачки. Игумения в первую очередь лекарь, ее способности дают регенерацию и щит, чтобы союзники получили меньше урона. Лекарь нужен в каждой группе, и это один из тех чемпионов, которого просто обязательно нужно получить. Если у вас не устраивает та же боевая жрица, которую получают все новички, игумения будет лучшей заменой. Далее эксклюзивный промокод MidGame2022. Дает чемпиона палач, бустер опыта на один день, пополнение энергии и 100 тысяч серебра. Палач – чемпион защиты. Как бы вы его ни одевали на урон, этот чемпион все равно будет лучше и эффективнее с артефактами защиты. Способности он оглушает врагов и усиливает себя бафом контратаки. С этим чемпионом играют даже старички игры, потому что он реально эффективен. Коды в Raid Shadow Legends имеют свой срок действия, например, какой-то из кодов может просто закончиться и перестанет работать. Чтобы не пропустить новые промокоды, подписывайтесь на канал и ставьте лайк ролику, чтобы когда появится новый код, вы узнали об этом первым от нашего канала. Давайте подведем итог, что может получить каждый новый игрок. Сколько же эпиков и бонусов можно взять? Первое. За регистрацию один из двух эпических чемпионов и 100 тысяч серебра. Также после регистрации через 7 дней только входа в игру эпического чемпиона-шаманка и 6 вещей похищения жизни. Затем вводим первый промокод, который понравился. Я беру код Lucky Raid и получаю Чинору и 300 тысяч серебра. Ну и конечно же 3 чемпиона за 90 дней входа, которые тоже пригодятся новичкам. По итогу новые игроки получили несколько эпических чемпионов со старта и легендарку просто бесплатно. Не забывайте, что в закрепе и в описании я дал самый лучший вариант. Громобой плюс Чинору по промокоду и бесплатный став. Все бонусы имеют свое время действия и могут закончиться. Так что мы взяли на себя обязанность собирать все самые актуальные бонусы и давать их вам по мере появления. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и еще я подобрал для вас пару роликов, которые советую к просмотру. Всем пока!